Да, микрофончики обязательно. Микрофончики обязательно. Счастливый приветик всем, кто смотрит вечером, счастливый вечерний приветик. А кто смотрит утром или днем, вам счастливый утренний дневной приветик посылаю. Ну, получила комментарий, думаю, по комментарию, не задерживая, отвечу, потому что очень попросили и настоятельно попросили: «Розана, покажите». Я уже показывала, но когда я показывала, это видео ушло. Поэтому покажу еще раз. Надеюсь, что это видео продержится какое-то время, потому что тоже пойдет к спорту, но пока продержится. Показываю. Значит, что попросили? Показать, каким пользуюсь кремом. Показываю. Мой крем Lancôme Hydrozen. Есть джель, а есть крем. У меня крем. Я желеобразные кремы не люблю. Они у меня покрываются чуть-чуть, как будто пленкой, а потом скатываются. Поэтому всегда смотрите, есть джель, а есть крем. И все то же самое. И баночка такая, только чуть-чуть вот тут написано крем, а на какой-то баночке написано джель. Так что вот, еще раз показываю. Такой. Розана, какой делаете мейкап? Мейкап делаю тоже Lancôme. Тоже делаю Lancôme. Какой номер? Не знаю. Здесь нигде нет номера. У них огромная гамма этих. Ну, просто я не знаю. Ну штук, наверное, 25-30. Поэтому индивидуально нужно, чтобы подошел к вашей коже, по цвету только. Очень и очень довольна. Но сама по себе текстура довольно-таки тонкая. И если у вас какие-то действительно пятнышко надо, или что-то где-то немножко неровно надо, он слабенький для этого. Мне он очень тоненький. Для меня, для моей кожи нормально. Если у вас нужно немножечко какие-то пятна есть, или что-то где-то как-то выровнять, то он не особо маскирует. Есть другие у них линии, более текстура такая, поплотнее. Это такая текстура, ну, как будто ты кремчик положил. Вот оно есть, и его нет. Но мне эта текстура подходит. Следующее. Розана, чем смываете? Такой тоже, чем смываете? Вот я сейчас все перешла на Lancôme, у меня все Lancôme. Смываю вот тоже их вот этой вот смывкой. И эта смывка Double Action. Вот она. Всегда нужно взболтать перед тем, как ею пользоваться. И она Double Action, то есть и для ремувер, мейкап ремувер, и убрать мейкап. И глазки, если у вас накрашены глазки, и для глаз. То есть и для кожи, и для глаз. Она двойного действия. Вот она такая большая, 200 мл. Смывка вот эта. И плюс я тоже недавно, после консультации, где я была в их компании, и они мне предложили вот такой вот, ну такая, скажем, как пенка. Но она вот такая. Их два вида всего пенки. Одна розовая, нарисована роза, и она на розах сделана. Для очень sensitive skin, чувствительной кожи. И такая слабенькая, ну так скажем, какая-никакая, чтобы не раздражать кожу. А это другая текстура. И этой пенки такую капельку надо. Чуть-чуть на мокрую ватку. И ты вот так растираешь, она тебя питает, она тебе увлажняет и смывает все остатки, которые ты не снял вот после этого. Ну вот кому актуально,
показываю вам. И карандаши. Карандаши. Последние два карандаша, которые вот карандаши, полно-полно всяких разных карандашей, которые очень и очень мне нравятся, которые очень хорошо работают, которые не съедаются, не расплавятся, не текут, никуда не прорезают, ничего. Ты целый день можешь с этими губами ходить, ты можешь пищу принимать, ты можешь жидкости применять, кофе попить или там кто-то сок, ничего не делать, даже в течение дня, даже подкорректировать, поправить не надо. Вот настолько они шикарно держатся. И эти оба карандаша MAC. Они вот такой чуть-чуть, видите, расцветки ни о чем. Просто разные чуть-чуть, один светлее, один темнее. И тот хороший. Но и в маке выбора большого нет для губ. Там нет большого выбора. Есть еще такой нюдовый, и он больше как в желтый. Я его тоже не взяла. Если я слежу, если будет рыжий, вот такой, как, знаете, называется салмон, такой, как рыбка салмон, вот такой салмон называется. Вот если такой будет рыжий, если встречу, я его возьму, потому что иногда рыжий, вот когда немножко вещи в другом оттенке, рыжий очень такой приятный будет. А не было, вот когда я была, не было. Поэтому вы в карандашах точно не заблудитесь. Вот они, вот эти карандаши. Чуть-чуть один светлее, другой чуть-чуть темнее. И оба они хорошо-хорошо работают. Ну вот, показала вам все, что вы просили. По-моему, больше ничего не было. Именно вот по косметике и по кремам показала вам. Все, такая маленькая встреча. Именно показать четко, конкретно. Я не думаю, что писать ссылочку давать. Lancome – это на слуху компания, вы все ее знаете. MAC – это на слуху компания. И смотрите по своему типу кожи. Они почему-то вот именно эту линию не особо рекомендуют. Они рекомендуют черную линию, потом какая-то есть такая фиолетовая линия. И мне давали пробники, когда я это покупала, мне давали пробники. И мне ничего так не понравилось, как понравилось только это. Но это у них прям классика-классика. И как-то они ее не особо, потому что когда я уже второй раз за этим пришла, она мне говорит, а вот ты вот этот попробуй этот. Я говорю, нет, мне именно этот. Мне этот очень... Она говорит, ну да, да, я тебя понимаю, я тебя... Потому что этот действительно такой рабочий. Он очень хорошо работает, он очень хорошо подходит. И увлажняет, и питает, и легкий, не тяжелый. Я кладу только на ночь. Я днем не пользуюсь. Я кладу только на ночь. Днем я вот беру декоративную эту косметику слегка, вот тут вот чуть-чуть, просто вот здесь слегка. И может быть носик, вот тут вот как-то чуть-чуть вот носик. Мне много не надо. Но вот еще раз говорю, что эта структура этого крема, она не покрывает, если вам нужно что-то так прилично, что-то так вот замаскировать. Это довольно-таки слабоватое. Даешь ее, и как будто ты, как будто защиту вот кожи сделал, защиту. Если у тебя нет особых каких-то, то этот хорошо. Но если тебе надо что-то замаскировать, посмотрите, у них есть другие линии, они немножко текстура поплотнее. И может быть вам другая нужна будет. Вот это хотела с вами встретиться, еще раз показать, четко показать, рассказать. Просто по комментарию, причем этот комментарий был как в лайвстрим, девочка спрашивала, точно так же сейчас два комментария получила. Пожалуйста, Розана, ну напишите. Ну вот писать не буду, потому что это все на слуху, тут писать нечего, все вам показала, все вам рассказала. Заходите на Lancome и там выбирайте размах такой, либо идите сразу в компанию, чтобы вам подобрали, вы сами посмотрите, подобрали. Причем зимой светлеет кожа, потому что нет солнца. Ну, если ты в такой стране живешь, где у тебя зима, она светлеет, оттенок очень четко чувствуется. Летом, когда слегка подзагорело лицо,
немножко другой оттенок нужен. Так что ориентируйтесь там по своим странам, по своим магазинам. И удачных вам покупок. Получайте удовольствие. Ну, мне пока очень-очень нравится, пока я вот с этой компанией. Не знаю, как будет крем работать зимой, когда будет холодно, когда будет морозно. Вот интересно, как он будет, я посмотрю. Я не думаю, что мне этот крем до зимы хватит. Конечно, нет. Как-то мне так кремы как-то так. Ну, вот я, может быть, недели три взяла. Ну, думаю, что к зиме надо будет что-то покупать. Буду смотреть, либо опять повторю, либо что-то буду новое покупать. Ну, посмотрю. В общем, получайте наслаждение, получайте удовольствие. Если вам это подойдет, вы действительно будете довольны. Бесконечно вас всех уважаю. Да, да, да. Жду от вас лайки. Посылаю вам счастье, радость, чудо, любовь, несмотря ни на что. Обнимаю вас.